Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас наконец-таки завезли обнову на русский сервер, и я уже показал вам кучу видосов, и пришло время выбить нового героя. У нас есть роллинг по 1500, и мне очень хочется поскорее слить само цвета на русском сервере. В общем, выбиваем новую не имбу, потому что ну, ледяной призрак, хладный, или как там он у нас называется на русском сервере, ну, не оправдывает теперь свои ожидания, потому что все изначально подумали, что у него просто мега там вау будет, но оказалось полярный лис намного круче. В общем, поехали ловить новую имбу по 1500. Смотрим, сколько у нас на это уйдет самиков, сколько у нас 378, 380к. Ролим по 1500. Поехали. Раз, королева гарпий. Два, паладин. Но это уже супер, суперовый роллинг начала. Три, рыцарь. Ой, блин, я не могу, IGG. Вот, вы добавляете роллинги по 1500. И что? Где этот легендарный герой? Капитан Дрейк, 4, 5, ниндзя. Это просто жесть. 6, седна. Ну, это получше будет. 7, землеройка пойдет. 8, душек. Фея. 10, леди Лео. Ну, что я могу сказать? 11. 12, 13, 14, о, тут нападало, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Фрэнк, 23, 24, неплохо, 25, 26, 27, 28 Бигфут, 29 Хранитель. На 30-й попытке, ребятушки, к нам пришел Фобос. Ну, что я могу сказать? 45к и герои, ну, честно скажу, в принципе, относительно неплохие. Фобос, Седна, там, ну, нету мега-имбовых героев. Так, 30 попыток есть, поехали дальше. 31, 32, 33... 34, 35, 36, 37, ни хрена не падает, 39, 40, ну блин, да ладно, 41, 42, 43, 44, 45, выкладного 46, вообще сюда завезли 47, Дрей, 48, 49, 50, 51, 52, 53, Фрейка на 54-й попытке упала, 55, Стрелок, неплохо, Ворожей, 56, 57, Скиталец, Седна, 58, неплохо, 59, 60, Дерево, 60 попыток, ребят, и мы выбили, по сути, ну, с такого, что я помню, это Фрея, что хорошее. 60 попыток. 61, 62, 63, 4, 65, 66. Ну, почти 666 и прилетел к нам Космо. Но, блин, 66 попыток. Я так чувствую, что мы зайдем за 100. 67, 8. 69, оккультист, нормальная поза. 70. 71. 72. 73. 4. 5. 6. 7. Ну, его можно и так собрать, кладного. 8. 9. 10. Блин, я не знаю. 7. 8. 9. 80, что ли? Я уже сбился. 82, 83,
84, 85 стрелок, 87, 88, 90. 91 попытка, ребятушки. 91 попытка. 91, блядь, попытка. Ну, практически, что у нас там было? Ну, почти 150к. 140к мы всрали накладного призрака. Ну, что я могу вам сказать? В принципе, это относительно нормальная сумма, если брать остальные серваки, где мы выбивали и по 400, у меня когда-то было и свыше ляма уходило на героя, но я все равно его вытаскивал. В общем, поехали, посмотрим на него, порадуемся этому герою. Здесь мы можем его немножко больше потестировать. Я вам уже покажу его в действии на эволюциях, постараюсь это сделать. Хотя я не знаю, чем мы сейчас его будем качать на этом богом серваке. Так, открыть. Ладный призрак. Ну, здравствуй, друже. Друже. Такс. Поменять. Ожог. Однозначно цепляем ему. О, бег. Ну, блин, ребят. С бегом. Я думаю, мы его прокачаем изначально с бегом. Однозначно с бегом будет. Это мега имбовый тест будет. Так, давайте, что там у меня по книгам? Хоть что-то есть? Есть. Хоть что-то у нас по книгам есть. Ничего себе, мне пакет накопления пришел, да, ребятушки. Спасибо, IGG. Самое лучшее. Блин, почти докачали. 880 книг, 1200 слизней. Спасибо, но хрен вам. Не буду я на русском сервере донатить, потому что это вообще просто дно, как по мне. Ну, кто-то может со мной не согласить. Нифига себе, ну вы вообще просто. Я сейчас буду орать, если у меня значков почета нет. Значков почета у нас должно хватить. У нас есть еще в загашнике. Такс. В общем, поехали, попробуем сейчас прокачать что-то, посмотреть, автопрокер он или нет. Вот это мне самое интересное. Так, где он? Где ты, друг? Тебя потеряли. Лети, лети, лепесток. Мы его просветик прокачаем немножко. Ну, ничего себе, у нас сейчас будет 6 шестерок. Самое главное, это все не прогавить дело. Я думаю, вряд ли мы столько наберем. Сейчас попробуем докачать. Да вы что? Да вы просто мега красавчики, я вам могу сказать. Такс. Добиваем. Я хочу посмотреть на нем. Можно ли на нем сделать... Будет ли он автопрокать? Вот это мне интересно. Для чего потом? Потом узнаем. Так. Блин, этот новый режим так неудобно. Плюс 12. Почти, блин. Почти у нас получилось, ребят, сделать 666.
Сейчас я по-любому как-то попробую довести это дело. Пока на английском сервере, к сожалению, нету. Так. 96. Это все равно не получается, если выбирать таланты. Так. Более кратное число. Так, ладно, пофиг на это. А, чё я вообще парюсь через рейды? У нас есть... Блин, у нас же есть волны. Я даже здесь от Джей не прошел. Вот это я Янубиара. Такое чувство, что не видать нам этого числа. Такс. Там у нас уже 54, надо 70 для 5, если я не ошибаюсь, надо 71. Ну, сейчас дофармим. Ничего себе, дали как надо выбивать. Опа, 666, вот красивое число сделал. Поехали, его докачаем. Посмотрим, автопрокер он или нет. Так, есть эмблема, ставим ремочку. Нам надо идти на подземке. Такс, вуаля. Автопрокер. Да, автопрокер. Ну, в принципе, это однозначно плюс. Но самое плохое то, что у него нету иммунитета вообще никаких, я не знаю. У него вообще иммунитета, ребятушки, нет. Мы пойдем с вами в кошмарку. 4-9, нашу любимую. Вот он станется, забирается энергия. Ну, в общем, все как обычно. Вот так вот. Разочарование. Пишите комменты, ставьте лайки. Надеюсь, вам понравился этот видос. Всем удачи. Всем пока.